Экологический фестиваль «Море жизни» в пятый раз пройдет на Камчатке. Мероприятие, призванное привлечь внимание общественности к проблемам морских животных, состоится в Петропавловске в субботу 26 сентября. Торжественное открытие фестиваля начнется в 12:00 на сцене, расположенной у стеллы «Город воинской славы». Здесь пройдет награждение победителей творческих конкурсов. Далее развлекательная программа праздника развернется сразу в нескольких тематических зонах. На площадке арт-объекты каждый желающий сможет узнать, как мусор попадает в желудок животных, как выглядит синий кит, касатка или морской лев, и что такое шумовое загрязнение. Для самых юных участников праздника будет работать площадка центральная с конкурсами, мастер-классами и играми. Для любителей фильмов о природе в мобильном планетарии к показу будут представлены два фильма об экологии и три фильма про обитателей морей и океанов.